Во вторник в Самарской области будет ясная погода, без осадков, станет холоднее. Дневная температура воздуха -12, -15 градусов, ночью 18-20 ниже 0. Ветер сменил направление на северное, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, без осадков, днем -12 градусов, ночью -18. Ветер северный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем -13, ночью 18 градусов ниже 0, ветер северный 3 метра в секунду. В Самаре ясная погода, без осадков, температура днем 14 градусов ниже 0, ночью до 20 мороза. Ветер северного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 69%, в геомагнитном поле в первой половине дня небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.